Очень много лет он уже живет и тренируется в Оберсдорфе, в Германии, под руководством Михаэля Хута, точнее, жил и тренировался. Но сейчас вот тренируется у Берет Штигедаль. Сменил он свою, скажем так, прописку. Ну и в прошлом году он выступал в Москве на чемпионате Европы 22-й. Он много раз уже выступал, да. Около, наверное, 5 чемпионатов Европы проехал. Лучший его результат — 22-е место, показанный в Москве. Ну и также в 15-м году был показан такой же точно результат. То есть, ну, выше 20-ки, то есть в 20-ку даже не входил никогда. Также без многооборотных прыжков спортсмен. С 2018 года тренировался он в Оберсдорфе, с 2014 года, то есть 4 года свой олимпийский цикл провел именно в Оберсдорфе. Выступал здесь же также на соревнованиях, да, в Минск, на Минской арене iStar 2018. Занял, правда, 9-е место, но лед ему знаком. Да, под музыку к мюзиклу «Мизерабль» выступает Сондре Одвилбё. Под эту же музыку вчера финская фигуристка выиграла бронзовую медаль. Вообще его жизни, вообще все прыжки прыгнул. Все прыжки прыгнул, пусть не самые многооборотные, но все очень качественно, очень чисто. Я думаю, что, может быть, где-то посмотрят сейчас недокрутый, но я, честно говоря, не увидел.